Скажи, а что такое любовь? Когда ты готов отдать за нее жизнь? Вот это вот любовь. Когда, чтобы увидеть ее улыбку, ты покупаешь огромный букет и приезжаешь к ней всего на 5 минут, чтобы она улыбнулась. Вот это вот любовь. Когда ты просто забиваешь на прошлое, пусть там было много несладкого. Живешь завтрашним днем, живешь для нее. В один день удаляешь номера всех телок и на каждый звонок отвечаешь, что у тебя девушка, пусть обижается. Ты становишься равнодушным ко всем, кроме нее. Вот это вот любовь. Я думал, что да. А оказалось, походу, нет.